Приветик, Лена, ну как твои дела? За окном зима, 31 декабря. И в этот день хочу поздравить я тебя с наступающим 2017-м. А я желаю твоему салону развиваться, на работу делать макияж, кататься, каждое утро цик в садик отвозить, но не забывай аккуратно свою машину водить. Продолжай по воскресеньям церковь посещать, от любимого мужа цветы почаще получать. Это первый Новый год восьмидежонком, и в будущем, надеюсь, порадуешь вторым ребенком его. Ты хочешь новую машину? Желаю бизнес расширить, чтобы было все красиво, чтобы были здоровы, дочка, муж и мама Света. Слушай ты ее совета. Вы не курите, не пьете, молодцы, ведете трезвый образ жизни, красавцы. Продолжайте в том же духе. Так вот, желаю круто вам отметить этот Новый год.